Доброе утро, ребятульки. Кого тут у нас уже время? 5:51, а не видно вам, короче, ладно. 5:51, ду-ду-ду. Ду-ду-ду, это ладно. Роса, значит, это будет жарко. А нам сегодня с детьми ехать до сестрицы Настены. Хотели по пути до сестрицы Аленушки заехать, но... Пока я выберусь, хотя уже это будет поздновато. Потому что сейчас у меня пока что с утра еще по планах парник. Посмотрите, как позарастал, оказывается. Тут еще у него листика, у этого парника. Ой-ой-ой. Нужно срочно обрезать листики. Вот там что-то пожелтело там. Чтобы не убилась какая-то фитофтора. Короче, нужно обчеканить по самое-самое не хочу. Короче, все это. Эти точки уже, потому что август месяц. Середина, считайте, да? 19 августа, по-любому уже ничего не с... цветочек не даст. Поэтому нужно, короче, мне их сейчас чпусь-чпусь и пускай созревают. Что будет Саша кушать, что куда, приедем. Если что останется, будем. Буду закатывать. Ну, пока тут по яблокам вообще тишина. Как бы их много, да, их есть. Во, горсти. Как бы, да, ну сейчас мы это... И тут есть, ну, за листочками как бы маловато видно. Вот это вообще какая-то интересная, как бы большой, да, а снизу висят, ну, как черрики. О, какая веточка хорошая. Но оно не хочет зреть. Пару штучек вчера вот здесь вот отсюда сняла. Совсем таких малюпасенькие. Вот. Такие дела. Короче, все, я пока в парник, потом мне нужно еще в город ехать по делам. Ой, короче, дело, у меня сегодня не проворот. Пока я выеду, я не знаю, что да как будет. И в душ даже не ходила вчера. Так вот и забурылась, короче. Прикиньте. Смотрите, какая красота. Видели? Есть, оказывается, помидоры. Ну, так себе. Тут вот хорошенький. Ой, я тут еще и не стригла. Только одну половину постригла. А уже 6:36. Вот так вот. Много времени уходит на стрижку. Как говорит Санек, цирульник. Цирульник уже. Там он уже вынесли туда. Ну что, все. Ребятушки, закончила я стрижку. Тут вот такие даже побольше томатики. Хорошенькие. Вот, так что нормально. Уже там вообще лес был. Я оставляла все верхушки, думала, может, заряжется, что. Короче, вот пообстригала. Такие вот. Вроде бы и это, и с цветочками, но много есть, которые даже пустые. Цветочек вроде бы был. Но ягодки на нем не было. Даже вот здесь посмотреть. Не обстригала я, вот видите, пусто. Пусто. Как бы вот уже веточка. Но это на ней только одна штучка, остальное пусто. Так что так. И вот веточка, и она была пустая. Я уже не обрезала. А, вот верхушку не обрезала, оставила. Ну ладно. Начинает уже буреть, краснеть. Как сказал Санек, пока ты будешь неделю отдыхать, сестры в гостях, не отдыхать, а в гости будешь. Вот, потому что такие отдыхи, я же здесь с детьми еду. А с детьми, сами понимаете, какой отдых, никакой. Вот, их тоже нужно кормить, за ними тоже нужно смотреть, за ними тоже нужно играть. Не просто там приеду, буду лежать или лякать с сестренкой, да. Вот, так что, говорит, поедешь, будет много-много помидоров красных, я говорю, наставленных. Ага, говорит, наставленных, я их наставлю, тогда все наедутся. Так что вот, пускай зреют, а я на недельку смотаюсь к сестренке. Ну, пока я туда доеду, еще раз говорю, еще раз куча дел. Сейчас иду в душ помыться. Потом просто по башке ягодка упала. Помыться и ехать в город нужно. А, кстати, Карина вчера с Сашкой ходила в амбулаторию. Саша была с собой. Комиссию по возрасту проходили. Дали направление на как улисту. К окулисту, короче. Ой, не могу. Телефоны. Не забрать.
Еще у Карины можно забрать телефон, у Доминики еще можно забрать. И то Доминик уже понимает, что еще телефон не разряжен. Вот. Можно забрать. У Даши забрать телефон невозможно. Фридина. Ну, у меня можно. У меня все возможно и забрать, и что потом дать. Вчера тоже были мало они мне без телефонов. В основном так играли, бегали. Сейчас подружинцы. Еще моя это привозила Чемку к нам играться. Сама ехала на работу. Не было с кем Лялю оставить. Привезла ко мне Чемку. Так они тут тоже то игрались, то в мультиках сидели, то опять игрались. Ну, короче, так вот. Весело проводили время, можно так сказать. Потом Санек где-то вышел. Ползет. Бормись. Уже немножко полегчало Саньку моему. Капельницы вчера капались. И сегодня сейчас на капельницу пойдет. Он мило всегда выглядает. А? Кто там? Кто там? Такие смешные. Только глаза даже когда выглядят так. А, видите, ходят. Туды-сюды скручены. Водолажка. Майка, 7 утра. И 100. Звони. Надо номер сначала пробить. Надо номер сначала в интернете пробить. Давай. Ничего! Пердун, старый, глухий. Проснулась? На чемоданах сидит. А, я же говорю, что сейчас проснется и будем в чемоданах сидеть. Самый маленький. Будет плакать, что без него уехали. Это счастье, что машина стоит. Если бы не была машина, было бы хвалта уже. Ой, все, короче, моя хорошая. 7 часов погнала я. Собирает. Жена собирает вещи, уходит, детей собирает, уезжает. Все. Пакует чемоданы. Все. Все меня бросили. Все. Паспорт новый взяла. И счастливая. И даже выписалась. И выписалась. Нет, из роддома. Все. Все. Уходим, девочка. Какое сегодня число? Не знаю. Не знаю, все. Уносите меня. Все, выносит меня в багажник. Что? Мы уже уезжаем. Собак не, не будет делать. Мама, мы уже уезжаем. Да, скоро уже уезжаем. Дурачок. Хватит. Хватит, я сказала. Да, пакуем. Сейчас, пакуемся, девочки. Сейчас, рюкзак ты будешь на коленках держать. Нора. Тебе будет неудобно сидеть, зачем ты его делаешь? Ну. Нора, все, пакуемся. Пакуемся. Как все люди. Вот! Гербары.
Ой, я болею!